Конкурс «Дед Морозбус» проводится впервые. К нему могут присоединиться все городские маршруты. Водители и кондукторы украшают свои автобусы гирляндами, игрушками, наклейками и сами могут одеваться по-новогоднему. В салоне часто играет тематическая музыка, чтобы создать соответствующее настроение. Кто желает фирмы, они подают заявки. А уже в каком количестве украшен будет, то есть сколько автобусов, это уже они там сами принимают решение. На данный момент известно, сколько автобусов участвует? Больше 20 автобусов, уже нарядные, красивые, уже прислали свои фото-видео материалы. Итоги конкурса подведут до 30 декабря. Победители определят по количеству набранных баллов. Комиссия оценивает как оформление транспорта, так и экипировку водителей и кондукторов.